29 декабря 2008 года. И с вами Михаил Портнов. И мы ведем эту запись на территории Портнов Computer School в Mountain View, Калифорния, в Соединенных Штатах. И у нас сейчас каникулы. Особо тут никого нет, только работники офиса студентов. А нет, обычно здесь много студентов в это время. Это наша первая передача, это наш новый канал, который мы назвали «Голос Силиконовой долины». Он будет работать через YouTube, и где вы его и смотрите сейчас. Тут спрашивают, может ли получить H1B тестер. Ну, конечно, может. Почему? Тестер – это такой же инженер, как, там, я не знаю, любой другой. Я знаю очень много людей, которые H1B получали и тестерами, и сисадминами, и программистами всех мастей. И я даже знал повара одного в русском ресторане. Значит, вот им нужен был человек, который что-то такое, вот его по H1B привозили. Я знаю одну девочку, она моделью была из Владивостока, по-моему. Вот, их там целая стая была. В модельное агентство их привезли по рабочей визе, так что, чего же. И когда эта школа тестеров началась в 94 году, у меня так, ну, настроение когда хорошее, я так... Какие-нибудь, знаете, у меня лозунги возникали, вот как с трибуны Мавзолея демонстрантам там бросают. И вот у меня первый мой лозунг такой был, да, там был прототипом, был пятилетки качества, рабочую гарантию, вот у них был такой. Так вот, значит, и у меня родился такой лозунг, качество американского софтвера, русскую гарантию. У нас тогда школа была, одни русские, вот, и так вот у меня был такой лозунг хороший. Потом... Я не знаю, то ли настроение не таким хорошим было, то ли чего, но вот у меня новый был такой лозунг, следующий, второй по счету был лозунг, это «Превратим юзеров-абьюзеров в тестеров-молестеров». Черт знает, что так. Ну вот вышло такое. Но я как-то, знаете, немножко заволновался, потому что нет того позитива. И вот, значит, третий был совершенно уже не... Я не понял, как это ко мне пришло, но... После этого я остановился. Третий был такой: лучше тестировать стоя, чем юзать на коленях. Если это немножко из истории, там гражданская война в Испании, там была Долорес Ибарури, там оппозиционария такая коммунистка. Вот она говорила: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Так вот, я, у меня все время какие-то ассоциации вот с коммунистическим вот этим вот. С пропагандой, с фразеологией, со штампами, с этими. И вот на основании вот этого у меня вдруг вот лучше что-то, чем что-то. Вот мне лучше тестировать стоя, чем юзать на коленях. Я смотрю, все ржут. Ну, в общем, перестал. Такая вот история. То ли грустная, то ли веселая, я не знаю. Ваш веселый блогер нынче загрустил, а ваш веселый блогер нос свой опустил. В жизни потерял он всякий интерес, а лучше б не терял он свой излишний вес. Друзья, я вибрирую. They used to make those with a belt back in the 60s. Yeah? Do you remember that? No. It went around your waist, you would stand there and it would tickle yes, your fat. Yes, I remember that one. Yes. Did it work? No. No, I think it's one of those useless medical devices. Вот так вот Миша трясет. Сейчас меня штаны выпадут. Женщина говорит, что в 60-е делали такие вибрирующие штучки, которые на талию надевали. Да. И, по-моему, даже в СССР что-то было такое. Нет, у меня нас уже здесь мы покупали. Но действительно, такое ощущение, что штаны сейчас точно упадут. Я хочу сказать, что поддерживай штаны. Помимо не трясите камеру. Значит, помимо того, что тут написано, что вот это вот циркуляция крови, там, боль, ну, там, с весом и так далее, это еще хорошо для тех, кто не может, допустим, ну, может быть, я не знаю, как у молодых с этим. Вот. А в принципе, для тех, кто не может сходить нормально, и так его вытрясет туда. Вот, ты пока что у тебя нету ремня, ты пока что штаны не потеряешь. Я пока что без ремня. Но меня не безумно трясет. Ну, конечно, я да. Я не понял, что я должен с этого поиметь. Как какое-то ощущение. Вообще у тебя нижняя часть очень сильно трясется. Трясется, да. Ты можешь меня обойти со всех сторон. Это я не стесняюсь. Пожалуйста, друзья, смотрите, как трясут. Слушай, трясется именно попа. Верхняя часть у тебя не трясется. А?
Руки вообще не дрожат. Руки не дрожат. Ну, потому что ты держишься руками. Ты держишься руками. Это чтобы пульс, оно, это электроды все. Это электроды, они сюда должны что-то показывать. Калории, слушай, оказывается, я калории жру. Да ты что? Да. Но пока что за все время 7 калорий изменялось. Немного. Нет, нет, вот они калории, вот они. Вот вытряхивают, друзья, калории вытряхивают вместе с лишним. Я понял, почему лишний вес уходит. Сразу он так и уходит. И даже известно куда. Но я уже это выключу, да? В общем, друзья, век живи, век трясись. Трясись. Да. Ну давай. Друзья, плачете? Прослезился. От имени и по поручению правительства федерального правительства я вручаю номер социального страхования Елене. Вы Елена? Да. Я верю на слово. Вот, значит, Елене, пожалуйста. Это номер социального страхования. Мы адрес не видим, ничего страшного. Вот. И две грин-карты. Да, это нам. Так. Значит, Елене мы уже на слово поверили. Так, поздравляю с приемом буржуинства. Так, вручаю вам грин-карту. Виктор. Да, это я. Назовите фамилию тихонько, мне назовите только. Да, в это время проходит... Это у нас, знаете, принято в федеральном правительстве проверять. Там, ну. Доверяй, но проверяй. А так? У нас есть паспорта. А паспорта? Ну, паспорта можно подделать. Что это? Да, значит... Мы еще не настолько адаптивны. Еще одна грин-карта, да, сейчас. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, и вас тоже с приемом американское буржуинство. Это не важно. Гарик, скажи, что у тебя в стакашке? Такое а вот в стакашке в маленьком количестве. Мой товарищ решил сделать сегодня дегустацию уже его клюковки. Я привез свою, это, а это его. Боря делал клюковку? Да. Боря, ты пошел по стопам прораба? Я еще тогда его не знал. Он только мастер. Мастер. Знаешь, первая стадия это мастер, да. Потом идет прораб. Так. Так Боря еще в мастерах. Но сегодня мы можем его... Так, ну удалось что-то? Ты пробовал? Ну вот я пробую. Давай. Смотри. Давай, пробуй. Цвет ничего. Так, покажи зрителю нашему. На, зритель, смотри. Так, вот смотрим. Да. Цвет. Ну, вот в бутылке лучше свет посмотреть. Ну, это мутная какая-то. Ну, почему мутная? Это клюк. Цвет, давай. Значит, а вот запах немножко... Так, давай я понюхаю. Сейчас понюхаю. Друзья, нюхаю. Вы со мной. Спиртовый. Спиртовый, правильно. Да. Что не есть, хорошо. А надо как? А надо, чтобы пахло ягодой. А что же теперь спирту делать? Не, мы-то выпьем-то обязательно, но проблема-то в другом. Так. Сегодня будем тестировать. Ты ведь не был членом партии? Я пытался. Нет, тебя не брали. Не брали. Антисемиты. Гарик, скажи такую вещь. Скажи такую вещь. А, ты, конечно, можешь не знать, в чем разница между партками и парткомом. Как, поскольку ты не член партии. Нет, не знаю. В партках одна задница, а в парткоме много. Логично. Вот, теперь, Гарри, тогда другой вопрос. В чем разница между бассейном и прорабской? Ну, во-первых, в прорабской не было таких орлов. Во-первых, не было седых, лысых пацанов. Все были красавцы, черные такие, знаешь... Кавказцы? Слушай, мы же с тобой в Сан-Франциско живем. Могут подумать неправильно. Что, катурщицы, маляры? Малярш вот не было, но знаешь, вот сегодня вот ехал я сюда, да. Пробило колесо, пока я разбирался со страховками, так. Останавливается трак. Ну. И в нем так, сидит... это долгая история. Ну, это долго. И в ней сидит маляр. В траке? В траке. Мишенька, маляр девочка или мальчик? Он так волнуется, ему вначале выпить надо. Давай, выпивай, мы с тобой, Дарик. Желаю, чтобы все. И всем. Да, и чтобы никогда. Никогда и не так, как тебе сейчас. Мысленно с тобой многие, друзья, в этот момент ставим лайк. Давай. Давай. Все ставим лайк. Да. Давайте считаю, мы сейчас... Что это неплохо. Неплохо, неплохо. Пришли мы к нашему иммигрантовозу. Друзья, вы первые, кто поедет на иммигрантовозе нового образца. Да, мы его сейчас откроем движением ноги, друзья. Мы открываем иммигрантовоз. Я тут убрал, ну да, я его вот так, значит, для вас прибрал. Вот слева я оставил место сидячее, а справа мы туда багаж. Или вы знаете что, может быть, мы наоборот должны были бы сделать. Ну, посмотрим. У вас не так много багажа. Да. Значит, запихивайте аккуратненько. Все, шикарно.
И эти две маленькие. Тут у них встанут, встанут. Все отлично встанет. Вот эти две. Бочком на ребро. На ребро. Ага. О, пожалуйста. Тут еще можно там, еще, да, песком пару. Присыпать, галькой. Значит, на иммигрантовозе есть кнопка. То есть можно ногой закрыть, так же, как я открыл. Ее нужно сейчас найти. Вот эта кнопка, вот она. Искать мы не будем. Вот, друзья, вот кнопка, это у нас слева. На ней написано «Стоп», но она там. Окей. Короче, значит, вы совершаете ритуал. Ритуал такой, значит, вы подходите как рабочие и колхозницы, там на ВДНХ, да. Берете два пальца ваши вместе, вот так, возьмите за руки, вот, так, все, двумя пальцами вы нажмете эту кнопку, и что произойдет? Значит, в этот момент, во-первых, зрители наши ставят лайк, потому что этот лайк, он как бы, это посыл энергии в вашу сторону, это не важно, они смотрят нас вот, через день или через месяц. Да. Вот они ставят в этот момент лайк. Вы видите, сколько у вас лайков будет. Пишут комментарий. Это не обязательно, но, конечно, если они напишут что-то доброе, это им зачтется в карму, как позитив. Вот. Но в вашей ситуации мы закрываем. Когда все это будет закрываться, оно закрывает дверь в прошлую жизнь, где вы там посуду разносили с едой. Вот, значит, и открывает дверь в новую. Ну, в смысле, дорогу. Дорогу в новую, а закрывает дверь в старую. Да. Ритуал понятен. Да. Все, значит, да, да. И как, когда мы нажимаем кнопку, и пока дверь закрывается, мы ликуем. Ликуем типа. Вот, да. Все, друзья, давайте, значит, давайте вашими пальцами. Значит, все приготовились, зрители приготовились. Поехали. Ликуем. Все, дверь в прошлую жизнь закрылась. Обратного входа нет. Ну, первые пару дней вообще ходила в эйфории такой полной. Я ничего не понимала, но я улыбалась. А улыбалась ты чего? А потому что все новое, как бы не хочется ходить с кислой миной. А все улыбаются? Все улыбаются. Причем учителя, дети, я не знаю, от как, сантехник, сторож, все тебе говорят «Привет». Спрашивают, как дела? И, конечно же, приятно, и как-то уже улыбка сама на лицо набрасывается. Уже, а нет ощущения, что же я как дура-то хожу тут, улыбаюсь? Да нет, это ощущение, я себя дура чувствую, там вроде, когда не улыбаюсь, потому что все улыбаются. Так. Как-то это очень заразное, и привыкаешь уже. 28 лет назад я был в этом костюмчике, может быть, он был посвободнее, так сказать? Может быть, чуть-чуть был свободен, но смотрите, ну что я это самое, пожалуйста. Костюмчик, могу все сделать. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, да, костюмчик сидит. Я такой тоненький, весь на французский манер. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, уже, друзья. Ремешок американский, ботиночки, рубашечки, там все. Ну, вот, в принципе, Свет, вот я такой был 28 лет назад, когда приехал в Америку. Чего всем и желаю. Вот, наверное, все. Кто досмотрел, спасибо. Кто не досмотрел, тоже спасибо, что хоть что-то посмотрели. Так, жизнь продолжается, солнышко светит. Счастливо.